Вітаю в ефірі програма «Тема дня». У студії працює Артем Лисенко. З початку січня 2019 року усім комунальним службам міста Дніпра заборонили вимагати довідку про склад сім'ї. А вже з лютого поточного року таку довідку заборонили вимагати усім соціальним службам міста. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила радниця міського голови Дніпра Яніка Мирило. Тож сьогодні будемо з'ясовувати, яким чином видається довідка про склад сім'ї, хто може її вимагати, а кому це робити заборонено. І говоримо про це із нашим гостем, начальником Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Андрієм Пономарьовим. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож давайте спочатку. Сьогодні для яких процедур, якими службами може вимагатись така довідка у містян? Прежде всего, это службы, которые насчитывают субсидии и любые финансовые материальные выплаты, бюджетные выплаты. Это около 40% справок идут туда, управление социальной защиты. Следующий процентов 40 – это коммунальные службы, которые заключают договора на коммунальные услуги. Основное – это водоканал и предприятия, которые заключают договор на вывоз мусора. Вот. И 20% — это различные другие службы, как государственные, такие, например, как для пенсионного фонда справка нужна, для нотариуса в случае совершения какой-либо сделки, неважно, частный или государственный нотариус, для депутатов любых рангов, потому что они могут выплачивать те же финансовые выплаты. Вот. Ну, это основное. В районных советах есть службы, которые тоже требуют такие справки для оказания каких-либо помощи или консультации, или предоставления своих услуг. Сьогодні яким чином відбувається отримання громадянами цієї довідки? Яка її процедура? Як вона виглядає зараз? Ну, до того моменту, як її заборонилось вимагати у соціальним службам та комунальним службам? Смотрите, ви вже знаєте, що у нас, да, є електронна картотека учета информацию о зарегистрированных лицах в жилище или в домовладениях. Вот. Забегая наперед, немножко половину населения города уже внесено. Эту информацию потом более подробно расскажем. Но на сегодня, пользуясь теми документами, которые предоставляют граждане, или картотекой, которая была передана в 2016 году от миграционной службы и ЖЭКов, мы производим наполнение электронной картотеки, то есть информацию в электронном виде. Дальше уже в электронном виде ею пользуются вышеперечисленные службы, которые подключены к этой картотеке в качестве користувачів. Добре, а як тоді виглядала ця процедура отримання ще до того, як був впроваджений цей реєстр? Тобто як працювала ця система раніше? Ну, раньше миграционная служба – это бумажная картотека, человек обращался в службу, получал эту справку. Шли в ЖЭКи, в ЖЭКах получали. Если это касалось частного сектора, с домовой книгой шли к так называемым квартальным, и квартальный выписывал эту справку. Их было намного больше людей, которые занимались выдачей справки, намного больше было, чем сейчас задействованных. И когда нам передавали эти полномочия, я имею в виду городской совет в лице департамента админуслуг, то в электронном виде не было не передано ни одной информации. Все тут было вся в бумажках, да, на русском языке, с ошибками, чаще всего без информации о зарегистрированных детях, что тоже вызывает определенные проблемы в получении субсидий. Или уже когда человек получает субсидии, оказывается, что нет информации о том, что ребенок зарегистрирован на него. Ну, несовершеннолетний, я имею в виду. Вот. Добре, давайте трохи поговоримо тоді про самі установи, щоб наші глядачі розуміли трохи детальніше, конкретніше. Хто сьогодні, які підприємства, якої форми власності, хто сьогодні не може вимагати громадян таку довідку? Комунальні. Предприятия коммунальной формы собственности, ну, городские, любые, кто подключен, но они обязаны подключиться, если в их профессиональной деятельности необходима такая справка, они не имеют права ее требовать, а мы не имеем права ее выдавать. Это наша была инициатива внести изменения в решение исполкома,
в этом году, о том, чтобы нашим сотрудникам в случае, подчеркну это, в случае, если информация о человеке уже есть в реестре, в электронной картотеке, то службы, мы не имеем права такую справку давать, а службы не имеют права от жителя ее требовать. Они должны сами подключаться, они должны ее сами из реестра вытягивать. Объясню почему. Потому что сам процесс перехода подключения различных служб шел, на наш взгляд, довольно медленно. Когда запретили нам выдавать, если мы видим, что человек уже в реестре, то, пожалуйста, если это, к примеру, я утрирую просто, водоканал, жилсервис какой-то или еще какое-то предприятие, которое говорит, принесите нам справку, мы отказываем в выдаче человек чаще всего созваниваемся с этим предприятием. Но сейчас бывают, конечно, жалобы, но кардинально такого количества больших жалоб нет. Уже практически все, кто массово берет справки, уже подключились. Что упрощает саму по себе процедуру получения этой справки и информации. Человеку уже не надо два раза приходить. Не надо приходить подавать документы, если он не внесен в картотеку. Подавать документы и потом приходить ее забирать. Если это для соцслужбы, он пришел, подал один раз документы, все. Через 10 дней эта информация уже в соцслужбе. Ну, это граничный срок, за который мы имеем право подготавливать эти справки и информацию вносить в реестр, в электронную картотеку, извините. И уже социальная служба сама вытаскивает эту справку, потому что они подключены к ним. Але, наскільки я зрозумів, ця система сьогодні стосується лише міста Дніпра і підприємств комунальних, які підпорядковані мерії Дніпра. Да. Тобто на інші комунальні підприємства там обласної форми власності або це не розповсюджується? Поки ні. То, що стосується, зараз розглядається просто ця процедура регуляторного акту необхідна, якщо, допустимо, підключити якісь, к примеру, приватних нотаріусів, частних нотаріусів, або государственні підприємства, такі як, наприклад, ДП «Документ», які займаються оформленням документів. Це хозрасчетні підприємства, поэтому мы рассматриваем и будем согласовывать с руководством вопрос о том, что, возможно, такие справки будут для таких организаций платными. Но они тоже будут по запросу получать. Этот пример существует в Украине, в крупных городах, поэтому в данном случае не мы первые, кто будем подключать. Хотя сама идея электронной картотеки, ну, в тройке лидеров мы точно были. Угу, зрозуміло. Спрощення процедури видачі довідки про склад сім'ї було розпочато ще влітку 2018 року. Тоді, наприкінці червня, куратор проєкту iGov Дмитро Дубілет повідомив, що замовити такий документ громадяни можуть через мережу інтернет та отримати його поштою у паперовому вигляді. Послухаємо детальніше. Відтепер у Дніпрі можна замовити цю довідку через iGov і отримати її у паперовому вигляді через пошту. Причому працює це без особистого контакту з посадовцем, навіть якщо даних про громадянина немає в єдиному реєстрі. Пане Андрію, давайте поговоримо про єдиний реєстр. Його у своєму дописі зазначала і пані Яні Камарило, з якого йде власна інформація. Сьогодні яка вже кількість осіб, чи маєте ви інформацію, вже внесена до цього реєстру? І про який відсоток від загальної кількості населення міста ми сьогодні говоримо? Около 550 тысяч человек внесено в реестр. Но здесь я должен дать короткие пояснения. Смотрите, наш реестр хранит две базы данных. Так называемые схвалены — это выверенная, чистая информация, которая есть о человеке. Чаще всего это то, когда он предоставляет эту документацию сам. Право собственности или право пользования жилищем, копии паспортов, идентификационных кодов, военные билеты и так далее. Ну, все, что нужно, необходимо для того, чтобы выдать эту справку. И часть базы данных, которую вносили наши специалисты с картотеки, которую мы получили от миграционной службы или от ЖЭКа в бумажном виде. Она, как я уже говорил, и на русском языке, и с ошибками, и неполный состав. Поэтому на сегодня выверенных у нас около 350 тысяч человек. Вот это за полтора года. Всего информации о 550 тысяч. А ось інші, які ви кажете, що, що відносяться до категорії невивірених. Що ви робите з цією інформацією? Тобто ви її перевіряєте, уточнюєте, виправляєте? По мірі обращення жителей города, ми просто
выверяем эту информацию и вносим изменения. Так намного быстрее получается, чем первично вносить всю базу данных или исправлять в том, что есть. И тогда уже, если эта информация схвалена, это именно схваленных 350 тысяч видят користувачи электронной картотеки. Соцслужбы, водоканал, предприятия, которые занимаются договорами с мусором, это вот то, что они видят еще. Все остальное пока видим только наши сотрудники, они исправляют и вносят схвалены. У цей реєстр заноситься лише доросла частина населення, повнолітні, або також і діти, які проживають у родинах? Діти. Діти також? Всі, так. Да. А чи є у вас якийсь прогноз, коли буде завершено створення цього реєстру? Ну, ми плануємо 1.5-2 роки. Для того, щоб інформація була вже, як я сказав, схвалена, тобто чистою. Это даст возможность в дальнейшем этой же информацией пользоваться и в других направлениях, связанных с городской деятельностью. На ваш погляд, створення такого реєстру, наскільки воно є виправданим, чи не ускладнює воно ситуацію з отриманням цих довідок, і чи не ставить воно таку певну залежність від технічного такого фактору, тобто комп'ютерні системи, мережі? Ну, прогресс не стоит на месте, все идет вперед. По мне, это одно из лучших на сегодняшний день внедрений. То есть, да, оно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы читаем комментарии в социальных сетях, конечно, и много каких-то, особенно первое время, было негативных. Но давайте учтем, во-первых, то, что передача в связи с децентрализацией была быстрой. Департамент создали 2 апреля. 2016 года, а 4 апреля мы уже должны были заниматься выдачей справок пропиской. Выпиской пропиской — это регистрация физических лиц и выдачей справок о составе семьи. То есть организационно людей набрать дополнительно, разместить их везде, наладить эту работу. Потом создали этот программный продукт, начали вносить базу данных. Ну, ежедневно соцслужбы около 500 человек проверяют. То есть, представьте, каждый день 500 человек не ходит, это только то, что связано с социальной службой. Уже не ходит в наш департамент, а приходит в управление социальной службы, и там уже занимается этим чиновник, специалист, сам эту информацию достает. Даже на 20 рабочих дней тоже получается около 10 тысяч. То есть в год 100 тысяч, 150 тысяч человек, которые только по соцслужбе не обращаются уже к нам, и никуда не ходит брать эту справку, не тратит свое время, не тратит свои деньги на проезд. Це программный продукт, про який ви ще не сказали, це якась централізована система, тобто я маю на увазі, це створювалось на рівні держави, це, чи це якийсь місцевий программный продукт? Комунальний, городський, так як ми, це ж создано було за бюджетні городські средства через процедуру Прозоро, як согласно законодательству. Мы сэкономили, наверное, раза в два так точно, когда выставляли, цена была одна и прогнозировали, а потом в процессе тендера выиграли киевские разработчики, которые нам и создали этот программный продукт. Эта электронная картотека в дальнейшем планируется быть одним из модулей различных, различных модулей, которые будут связаны в единый реестр жителей Днепра. То есть это и социальная служба модуль будет, который у них своя информация, связанная с льготниками, там, с определенной информацией. Это и реестр прописки и выписки, это электронная картотека, это, возможно, Е-билет будет каким-то образом подключен, проездные билеты. Это все будет связано в один единый реестр, как я уже сказал, планируется. А ви зазначили, що завершення реєстру ви плануєте зробити за 1.5-2 роки, да. Так? А ви тут хотілося б уточнити, ви маєте на увазі це остаточне внесення всіх мешканців міста, чи це лише звірка тих даних по тим мешканцям, які вже є сьогодні в реєстрі? Ні, це мається в виду всіх жителів, хто обратиться або хто предоставить документацію. Якщо у нас її немає, мы же ее сами сейчас нигде не найдем. Ну, в электронной картотеке возможно, но она уже может быть не актуальной. Поэтому то, что связано, извините, не электронной, а бумажной картотеки, то, что связано с бумажной картотекой, мы вносим чаще всего по запросам тех же социальных служб. Нам на департамент приходит бумажный запрос на какое-то количество, это может быть и 10 тысяч физических лиц,
по районам присылаем, мы ее обрабатываем, вносим в электронную картотеку и предоставляем информацию. Когда человек приходит, предоставляет паспортные данные, тогда уже корректируется или вносится, если у нас этой информации не было, первично в электронную картотеку. Но с учетом того, что мы 550 тысяч внесли, из них 350 это уже схвалены, мы планируем, что большую часть, там 700-800 тысяч, ну, всех, кто нуждается в этой справке, все будут уже в электронной картотеке, и через 1,5-2 года уже не надо будет им ходить. Обновление происходит автоматически. Наперед забегу, что в случае, если человек меняет место прописки, сотрудник, который занимается пропиской и выпиской, он обновляет автоматически в электронной картотеке. То есть уже не надо будет ходить. Человек пришел, выписался или прописался, и автоматически это будет уже в базе данных, и, соответственно, соцслужба это будет уже видеть, водоканал будет видеть, предприятие, которое с мусором связано, тоже депутаты тоже будут видеть. Все, кто подключен, все будут видеть эту информацию и пользоваться ей. А чи може людина сьогодні якось дистанційно, ну, сидячи у себе вдома за комп'ютером, перевірити наявність себе у цьому реєстрі? Да. Яким чином це можна зробити? Я ще не сказав немаловажний фактор о том, що можна і подати документи, і отримати в електронному виді справку, ну, це з помощью підписі, електронної цифрової підписі, ЕЦП так називаємої. Эта услуга, я думаю, это услуга будущего, пока не такое большое количество людей пользуется, ну, по сравнению с тем количеством, которые приходят и приносят документы. Ну, где-то в районе 1,5% людей, которые, да, они отправляют сканированные документы и также получаются электронные подписи. Подписи идет две, исполнителя, начальника отдела и электронная печать стоит. Согласно действующему законодательству Украины, это можно использовать в любом учреждении. То есть это такое же имеет законную силу, как и на бумажном носителе. Угу. Что касается, мы действительно, может быть, полгода назад стали с проблемой о том, что люди перестали помнить, приходили они. Реестр работал с 5 мая 2017 года. И, понятное дело, уже почти 2 года прошло, что человек может не помнить. Приходил, приносил он документы. Или его родственник приносил полный пакет документов. Ну, я имею в виду тех, кто прописан в одной квартире, допустим. Не знает, не помнит. Стало очень много запросов по этому поводу. И для того, чтобы люди не хотели, сейчас в электронном, точно так же, в том числе и через iGov, или через сайт СНАПа, можно, верифицировав себя через карточку PrivatBank, через мобильный телефон, подать запрос, и в течение дня, там, полудня получается, предоставляется информация, есть вы или нет, вы в электронной картотеке. И если людина нема в цьому реестре, який її алгоритм дій, щоб її туди занесли? Тогда в зависимости от района, где он прописан, проживает, он приходит. Поясню, мы когда создавали, немножко укрупнили районы. Раньше это было в каждом районе, у нас 8 районов в городе, вы знаете, да? Потом мы немного их объединили. Допустим, Соборный, бывший Жовневый район, с Кировским, центральный, бывший Кировский, объединились. Они находятся территориально в Соборном районном исполкоме на сегодня. То, что касается Шевченковского, бывший Бабушинский и Красногвардейский, Чичиловский, они находятся на первом этаже Шевченковского исполкома. На Караваево сначала были в Ленинском исполкоме, на том переехали мы, это Новокадатский район, на Караваево 13, отдельное коммунальное помещение, потому что в исполком слишком маленький, там просто районный исполком. Не вмещало все то количество людей, которые были. То же самое касается левого берега, на Правде 29 у нас объединены АНД и индустриальный, в Самарском отдельно, в Самарском исполкоме отдельно отдел, который обслуживает весь Самарский район, и в Таранском удаленное место, потому что это очень далеко, там тоже есть рабочее место специалиста, который занимается выдачей справок о составе семьи. Mm-hmm. Еще хотел бы сказать очень такую важную вещь. Некоторые внесение информации у нас идет поэтапно. Вот то, что особенно связано с частным сектором. Частный сектор, как я уже говорил, раньше справки выдавали квартальные комитеты. То есть их было много, они были, электронную картотеку не ввели. Справка выдавалась на основании домовой книги. Естественно, когда передали нам эти полномочия, то нам никто не передавал ни домовые книги, ни копии, ни картотеку. Вообще никаких документов нет.
Поэтому для того, чтобы не создавать ажиотаж, массовые какие-то напряжения, мы составили график на 1,5 года и порайонно забираем эти полномочия. Допустим, сначала было в самых таких, к примеру, центральный район, Кировский, бывший, он частного сектора имеет меньше всего, поэтому он первый пошел. И мы принимаем, и для того, чтобы там же не было очередей, мы создали еще отдельно отдел, так называемый, быстрого реагирования. Если где-то совсем туго, мы туда всех специалистов направляем для того, чтобы усилить и уменьшить напряжение социальное, просто уменьшить время пребывания граждан в этих отделах. Вот. Точно так же еще до конца 2019 года будет постепенная передача полномочий других районов. Я подчеркну частного сектора. Uh-huh. Это касается частного сектора. И еще подчеркну то, что касается воинских частей, общежитий, тех, кто проживает там, и высших учебных заведений, это тоже пока ставили на немножко попозже, потому что, вы знаете, в высших учебных заведениях справку или прописка, допустим, проходит каждый год 2 раза в год. Весной, когда выписываются выпускники, и осенью, когда прописываются. Это ежедневный непрерывный процесс, его невозможно внести один раз и все, он постоянно меняется. С воинскими частями и с общежитиями там тоже есть вопросы, поэтому это будет отдельно передаваться. Пока эту информацию предоставляют балансодержатели этих об'єктів. Якщо людині все ж таки потрібна ця довідка, але не для комунальних служб і не для соціальних служб, тому що є підприємства енергозабезпечуючі, ті, які не знаходяться у певній власності. Понятно. Яким чином людина може її отримати? Це електронний вигляд? Через підпис ЄЦП, відсканував, предоставив і отримав цю інформацію, либо ті пункти наших відділів департаменту, які знаходяться, я вже сказав, в районних исполкомах, по большей части приходит, предоставляет пакет документов и заказывает справку. Возвращается, получает. Можно еще в Левобережном ЦНАПе у нас есть центр надания админпослуг, находится пока только в Левобережном, открыли на набережной, проспект Слобожанский 31D, в нашей правде, на 2-м этаже, там, где есть сервис МВД, есть, там и наша есть услуга, там тоже можно получить справку. Чи надходили вже до вас, можливо, знаєте таку інформацію, скарги, що люди, коли у людей вимагали ці довідки всупереч цьому новому правилу? Були такі вже випадки? Так, да, були случаї такі. Не скажу, що це нормально, но це естественно. Звісно, може, хтось не успів вовремя отримати ключи доступу, або хтось по незнанню, сотрудник мог бути в відпустці, прийти на роботу, сісти на місце і тут же відправити кого-то, чоловіка. Но для того, щоб не гонять людей. Мы уже изначально проговорили этот момент. Мы звоним, предупреждаем руководителю, я звоню лично, предупреждаю, прошу, чтобы ускорили процесс подключения, чтобы второй раз человек не бегал, он на месте получает справку у нас. И питання наостанок, як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день передумови для повної ліквідації такого виду довідки, як довідка про склад сім'ї? Тут вопрос такой, в смысле информация для тех или иных услуг останется необходимой. Як документ, сьогодні він є у електронному вигляді, як дані з реєстру. Але чи існує передумови, що він взагалі буде не потрібен, що це буде такий атавізм, який буде просто ліквідований? Ну, він предусмотрен определенными нормативними актами, поэтому если внесут изменения в законодательство, то, соответственно, эта справка уйдет. Но пока идет оплата коммунальных услуг, социальные выплаты. Я думаю, эта информация необходима будет в этой справке или в какой-то другой. Главное же не то, что эта справка уйдет или не уйдет. Главное, что у человека, у гражданина ее требовать не будут. Он пришел в службу, и сотрудник сам эту информацию взял с реестра. Вот в этом суть всего. Дякую вам, пане Андрію, за розлогі відповіді. Спасибо. Дякую вам за розмову. Для наших глядачів я нагадаю, що у нас в студії був начальник департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Андрій Пономарьов. Говорили про отримання довідки про склад родини, а також про те, кому ж заборонено, а кому дозволено його сьогодні вимагати. З вами була «Тема дня». У студії працював Артем Лисенко. Побачимось.